К другим темам. В трагедии на улице Танкистов, где под колесами трамвая погиб пешеход, есть вина водителя. Такую вероятность допускает областная прокуратура. Напомню, ЧП произошло в конце апреля этого года в районе Схи, недалеко от памятника танк. Вагоном управляла 39-летняя женщина-водитель. По версии следствия, она не убедилась в безопасности маневра и сбила 88-летнюю пенсионерку, которая от полученных повреждений скончалась на месте. Вагоновожатая отстранена от работы, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование находится на контроле прокуратуры области.